Что там? Какого червя возьмет Семёныч? Семёныч, пусть кислотную забирает. Огненную заберешь себе. Обдотайте сразу кислоту вот эту. Все, Гера пошла. РДД раньше возьмите, чтобы всех не каком дебафку подошли, разморозились сами. А там уже кончился. Понял. Там надо хила у вас разморозить его, да. Ладно, постоят, подхилят вас. Рейндж мастер по огням и торцу или баланс. Клюнуло. Я тут дай смотреть. На одного. А, нормально. Ну, где попался? Да. Истерия на Керу, а на там. Может, сюда вот начать. Да, на Керус. На Керус. Под любой щит. Может, на Орден. Милики перед лицом встать, чтобы напитать. Танку пожми. 5 секунд. Что, он не думал, да? Думал. Ну, пошел. Что я пропустил этот момент? А череп отбегите все. Темы убрали, это череп петов своих. Отлично. У меня что-то ПД есть? Нет. Ну, слабо ПД. Ну, он постоит в танке, ничего страшного. Ты, кстати, три не апнул, которые стоят у тебя. Усмирение. Усмирение, да, эти танки. Это Чапли был, да? ДП сейчас. Нет. Получишь. Это не я был. Ну по реакции узнал, что ты. В смысле? Далеко стоишь. Ну сам подойди. Минус двиг. Я полежал, пацан. Это был дривл. Не, это грилли. А ты поэтому перед боссом стоять должен. О, сколько боешек упал. Ну, ты же с Тиландора хотел зайти. Да, ладно. Ладно, следующий их туда. Ну. Да, еще твинки останутся. Надо будет закрывать. А у меня снова. Гениальный мув. Три стойки. Я ебал. Зато я вам помогу.
Я могу и потанчить, да. Потанчить и подамажить. Могу. Все. Нет, замер ДПС на Ваньку будет на прибыль. Можете его не резать, он не встанет. На Вальке, на Валькирия замер будет, я же сказал. Что цикаешь? Да я не поменял тэшки, не выдам там ничего. Там это, на Валькирии только ту Вальку бей. То опять перепутаешь. Серафима, там же в ГБ есть что-то. У меня 53% крита. Бери и там помажься. Да, Серафим, если ты видишь, что тебе доступ дали, значит... Только много не будешь. Эх, а позже стаки тоже с магом. На ком крест убегаете в правую сторону, череп стоите и прокидываете. Вот. Дай МК еще раз. Скинулся. Победитель Плавящего Легиона. И у БД ПСК носовые не падают. Побежал. Аджор. Там, я смотрю, не один со мной, все сразу. Что, все сразу стаки запушили? Да, я успел сколько. Да, по-моему, ничего я не успел. Кроме мага и энха никто не пушил. Маг и энх, все. Чё, блядь, по куску все сожрали, и магу ничего. Побежал, кто там? Хант, хант. На ханте. Хант на опыте, нормально. РДД в Инфернал сыграйте. Да, я с болотом матом. Сразу по всем Инферналам РДД. Дайте стамина. Где он горит, просто отходите с тех мест и все. Кто разлил? Кто-то разлил? Монкер. Монкер или кто? Моном. Мильки, залейте этого, который возле вас стоит. Так, сейчас я посмотрю, кто этот монтер. На монтер, да, за бомбоним. Монклер, Монклер. И Монклер, да. Монклер, ты не хороший человек. Делаешь. Тебя, знаешь, в рейд берем, а ты и на мужу разливаешь. В смысле? Так, лучше кнопку нажимай. Так он, видишь, высекающий бьет. Да. Почему ты трэш не клеиваешь? Ну, хлеб. Тут все так на рогу упал. А это на рогу, это... Как его? Я понял, ну как. С ником таким. Нехорошим. Чё он там? 15 минут прошло же уже. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Отпусти же. Правда, если он вылетит. В смысле? А кто? Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается!
Тотема там убить, то садится. Тотем. Чья это тема? Йоргот, Йоргот. А чё вы? Кто не запустил? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Чапли, рассекающий удар. Чё такое? Почему ДПСишь? Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так. Блять, как это самое мое нелюбимое. Нужен есть? Есть. Запомнил, если. Угу. А, не. Не, я Сирису запомнил. Я нужен, лучше. Так, блядь. Кто там? Тири, Ирод, Дельно, Шакура. Ну, короче, Шакура, Шакула и Ирод заберите два. Там встанете вот здесь. Хапал, станешь с ними. Хапал, ты станешь вот с печеньку. БКшники сами гриппу свои. Тири, Бельнора, пофигу, там дадим корни, ханты там ловушки будут по ходу кидать. Ты тогда хексишь Нозла. Другой, кто у нас будет? Аджарка. Поставь на серию. Ты Меладора будешь ферять. Феолодор там станы, эти фиры, баны по КД просто. Роги на Маше хил, а тут у нас одна рога, а нет, два фитуши. На минус от хил и долгий каст будешь сидеть на этом, на Антаре. А ты тогда халява на саму будешь сидеть. Кикать ему каста. Бьем на лису, сразу лак нам гриппает. Все сюда встаньте. Потом не забывайте, мы сферили шлиханты и ловушку там замораживающих нам. Петов бан. Аже, сирис на тебе. Узл на маге. Все. Да, уже... ну я же я дерево беру. А, да, точно. Грилли, тогда на тебе Сирису. Запомни, в цель, когда он начинает кастить, просто ему эфир кидаешь. Все. Даю добавим пол. ДК танки выбери себе Шакову и Ноз для этого. Ира. Сестра Ира. 4, 3, 2, 1. Все. Алису гриппай. Алису и все. Сразу оковы по ней. Гера пошла. Рога, не беги сразу туда. Рога, не беги. Ты бежишь, когда она подходит. Когда придут к нам. Блядь. Отхильте там. Пал бабл. Пал упал. Все, они идут. Пал ОБР надо. Блядь. Только я один могу. Мазы спеллы нужны срочно. Мазы дайте. Нузла нужно контроль. Бьет больно. Алису добивайте. Далфир. Я сейчас попал в этот дом. БР. Где он там? Хапал БР дал. По ногу выиграем? Нет, играйте по Сирису. Сирису нашли, бьем Сирису. Масс фиры дайте сразу. Грилли тупо. Все в Сирису. Вокруг ловушек просто ходите. Меня ДК гриппа. Да, вижу. Дети раз. Опять, ну зло, дайте что-нибудь поздно. Фильм, например. Это... Мишин, я подниму его немного. Ну зло, Сирис убиваем, потом ну зло. Быстрее. Спустите с него уходки. Масфиры, если есть, вас кто-нибудь дайте, срочно надо. Не, я давал. Дайте пас, дайте пас. Давайте, ну зло нашли, бьем ну зло. Музло, грипните сюда.
Тотем из трепета по ТДМ. Аджар, ты на этом сидишь, да, все вижу? Семен очень хили, кто там хэпал. На него щитит свой бомб. Мазы спал есть? Не спал. Ирод, заберите с рейда. Ирод, Ирод. Не спал. Вот. Next самого, бейте самого. Гельнора кайтите просто, тотемы всякие, ловушки. Ирод зафиряйте, если есть фир. Отлично. Ты ВБ снял, а не я снял. Так, по Антару давайте сыграем. Антару. Масфир надо по этим дать. Отлично. Випните Меладоры и Лапи. Все, Меладора не бань, Next target это Бельнор был. Сможете? Уже да. Там он бабл даст, там нас диспар сразу нужен был. Шакула заберите, он сейчас крутить будет. Диспел. Мой диспел. Все, next time мир убьем. Но опасное все еще. Можете, в принципе, идти сюда, да, отклеиваем сразу его. Уже чуть-чуть. А ну подойди Шакула сюда, быстрее убьем. Как крутить начнет, обезоружится. Что там быстро двигался? Опять у него время как у Лехи теперь стало. Не, он же тут. В чат писал. Ну то он сказал 15 минут, мы уже третьего босса заканчиваем. Я не заметил, если он дураки. Если снова не отошел, конечно, но он в чат писал. Я здесь. Все, все, окей. Просто не люблю этого босса. Что? Лично неприятно? Он не то, всегда. Он ну, постоянно пиздит на нем. Не люблю. А можно шмот без ловкости? Нет.
когда сказал, можно я с Роги пойду пойти? Бля, надо было с Роги идти, я пиздал. А, даже боешки не... Так это кольчугу потом, может. Ставьте рыбку. Ага. Обойдешься. Ну, пожалуйста. Привет, заходи. А я тебе СПД бафну. Я тебе СПД бафну. Надо слабое. Ты охренел? То БК еда, блять, слабый. И СБК. Почему тебе рыба жаловалась? Столько же СПД дает. Ты чё? Вы запустили? А почему не жаловаться? Чё, рыба не будет, да? А чё, рыба нужна? Да упало там два человека, зачем рыбу тратить? Да нахуй, да. Видите, чёрную, семенную штуки. Чёрную, соответственно. Ну, три чела без рыбы. Да, ничего страшного. То есть там хотя бы 10 было. Все, я буду черный ловить. Точнее, белый ловить. Секунду. Дайте мне. А, ты сферы будешь ловить? Да-да, сферы помню. Все, гол. Ну, двигался МК. Ура, а где МК? Блин, без ДБМ, ребята, ну не делал. А, есть. Кучнее ставите, ребят. Сейчас посмотрим, если есть этот, кидай. Сам знаю, что. Так, все светлые взяли быстрее. Все светлые взяли. Переводите, переводите уже. Способность. Красноязычики, да? Если можешь. Да. Что там? Договор. Да, окей. Проверяйте сами. Батя почернел. Способность 3 секунды. Так, все черные взяли, бейте. Да, да. Все черные взяли, бейте, бейте. Сейчас били? Да. Переводите или так добьете? Он 20 секунд. А, не, ладно. По идее, иначе будет такое, что надо будет белую несать. Там два подряд не может идти. Что? Крига падает? Танку на первом фат, на втором халява, в третьем, если что. Ну, хлебля. А я на каком-то, у меня рекаунт багнулся, можно узнать? Ты на третьем? Не, имею в виду на Бригу. Не, блядь, я после... Блядь, ты куда у меня столько умели мест? Приди нет, ё-моё. Да, приди нет, забей уже. Блядь, зря. В смысле зря? Зря бил. Зря бил. Ты первый по ДПС. Блядь, ты поехал. Нахуй я посмотрел вообще.
Фу, ты так тратишь себя. Электронителька. Ты на третьем месте. Да мне все на другое посмотрим. Это ОВС. Нет, вон. Показывает же. Три ляма. Мало. Семнадцатка получается. Вообще планировал себе, блядь, чисто в фаере бегать. Дерево, прости, бегаю, блядь. Кто же знал, что да нет, я могу спокойно в фаере бегать, мне просто пару шмоток надо заменить. А какие тебе, блядь? Надо ноги с хвостой, а не с меткостью, блядь. А то у меня перекат меткости будет на фаере. Ноги с хвостой ты же можешь купить крафтовые. Да, могу, конечно. Я же богатый, прям пиздец. Ну ты можешь. Просто не хочешь. Да, древнего саранита там сколько? На 50 тысяч? На ноги 8, по-моему. Лич. Которого... Нет, там не 8. Там 8 на ноги. Не на ноги, на ступни. Тебе ступни Путал. Поменять надо? Да, мне надо ступни поменять. Ноги-то у меня-то 4. А-а-а. На ступни 5. Ну, да, 5. А почему Лич не упал? Он в десятке вот тогда упал. Маг-чародей. О, на Сирус. Вон, кто-то упал. Поднимите. Я уже по КД парашют прожимаю, блядь. А ты есть такие любители. За ракет. И сладких конфет. Коти побегают. Че, все-таки накатаришь? Подожди, кроме меня совы нет? И лемов нет, да? Ну, бля, без меня 5%. Кроме тебе, друида вообще, по-моему. Че, давайте, время. Чего не закрывать? Да, я понимаю. Давайте, че? Сосиска, кукуруза, сухарик. 18. Я без пойла бил. Эх. Вечно пьяный, вечно молодой, да? Все готовы, да? Подожди, там Хант не встал. Хант, сейчас. Тебя так сами не убили. Опа. Сори. Ну, тут сами. Я напулил на танка. Да, теперь вот человек не зайти. Да, там человеку что-нибудь считается. Ну, бывает жизнь обращение. Куда? А куда босс? На лужу. Так было бы, я притянул. Дальше кто не выдержит. Блядь. Да, ставьте же доктор. На пульте копатели в Семёнце. Это лужа вообще или это хантовская лужа? Не, нормально. А почему на хантовский лужон попадается? Честно. Зачем вы моба? Моба убивать, зачем вы кормить? Сейчас моб закопается, стану я его пробить. Стан дал. Метка беги. Мобов бейте.
Двигай, забеги. Маленький. Я его бегу. Уже не бегу. Уже упал. Так а сдайте бомжи. Дамбл. А, ебать ворона, да. Мобов маленьких забейте. Мобов вышли. Маленьких мобов забейте. Пробейте или подведите под босс. Да, они на этих на бурдолах. Видите, на басе меня. Геру. Геру. Танков только держите. Рейд на пол ХП. Метки еще. А, ну и метки. Ничего интересного. А, я повел тебя, господин. Блять, топоры эти падают вообще, блять. Кольцо боешное упало. А, колечко боешное. А, короля предателя стало танком. Ой, маунт выпал. И маунт. Может, маунта сразу разорули? По приколу. На кожу? Кожа крит хаз. А, это ловкость. Ловкость. Нужна. Да тут ничего никому не нужно. Да там старый топор. С мастерством. Ставь чеков. Так не я же выиграл сосиску, что ты мне ее даешь. Все, она. Тогда я эти с кожи отдай. Сюда ночью. Кидай трейд быстрее. Капер ПБ? Эти запахи не дают капер. Так у него запы 203 вообще, без запыма. А чё ты не скрафтил крафтовый? Ждёт запы было. Ты кинешь трейд? А, денег нет. На тебе кинжал, такой 1.4 на мультика. Ты специально это говоришь? Да. Никому не надо. Женёк, всё, столько шмота полстал. Топор 1.5. Да ладно. Топор 1.5. Все, успею. Из бога забирай себе два топора душ. И перекачивай таланты сразу. Айзен, 3 топора, 2. Надеемся на КВДПС. Лица кому-то нужны, по-моему, они будут. А, меня уже с ума. На хапау, надо вот такое. Не. Так, а другой хапау тебе нужен такой?
там шаманов раскидаешь. Угу. Там добрать надо, кто-то ливнул же. Сейчас знаю. Да. Пошли просто почисти пока. Да. Чистить пока. Села с ума только. Ну хилы тут все, в принципе. Maybe кого-нибудь есть два камня на РПБЛК, что я куплю прямо сейчас. Или в ГБ, может, кто-нибудь может закинуть. Либо у тебя рубины могли бы сделать. Я вывелся, пиздец, случайно. 5, 4, 3. А мы отобьем, так что давай. Почему я из инвиза выпила? Что-то уже далеко повели. Куда вы повели? Блять, до конца. До ну, конца. До конца они кастуют и мелики умирают по пути. Хилы не успевают захилить. Да зачем мелики, идите прямо сразу? Там прям кони не поведем. Вася. Дракончик у тебя них все летит. Ой-ой-ой, что там будет? Ну что, без стриж, а ты дичь. Ну всех продамажили, тоже все равно. Я подальше стал, меня не задевает. Эко нашел. Эко наиловко. Народ, чем спрос и дичь? Стоп, я же его не вижу. Да, стоит. Эти запад нахуй. Кстати, они... А, там навараж больше с этого, дублана. Да. Там два сокета хотя бы есть. Вань, 7, не меньше. А все тут? Я все равно шкаф. Два места еще. Да, красавчик. Ах ты двигался. Пиздец, все, я с тобой не разговариваю, я тебе МК давать не буду. Пошел на. Что он сделал? У него, сука, ленточка есть, блять. Все, ну так мы не общаемся. Она у нас у всех есть. Да ебаный стыд. Точнее, у нас она не ленточка, у нас ачивка есть с ленточкой. А ленточка одна. Ну, ну ачивка это понятно. Короче, выпала ленточка, мы ее пустили. По кругу. Заебись. И всем достижения далось. Прикинь. Мы оказались в нужное время, в нужный момент. Так, кто тут не изги? Кому МК таки? Танку. А чё никто не пишет? Помогите посмотреть. А чё, а кто нужен? Один хил нужен. Чё ты хочешь сказать, мы в 23 тела не убьем? Один хил и да. Один надо... Кто нужен хил, да. Анролл есть? Нет, нет анролл. Какие анроллы сюда? Крутые. Мешочек. Не, на, мешочек. А что тебе выпало с мешка? Ничего, я не открыл. Открывай давай. Я его в ГБ закину и... Чекай, две я. Ну, хочешь, я открою прямо сейчас? Давай. Давай. Ставки делай по 100 рубликов. Так, давай, камень ночи. Камень ночи, либо гессанит вот так. Я ставлю совсем долю. Яшма. Ставлю 100 рублей. Ну, пидорасы, блядь. Я сказал, кстати, две ляшмы, блядь. Топ камень. Да пиздец. Нам могут две яшмы дать. Смотрите, мало. Он там спрашивает, нет кому? Да. Я сумоню мага. Сейчас шаман поскидывает. Маг? Нихуя. А, не, не интересно.
сердце еще одно возьму. Можно каску? А, ладно, как могу. Сука, на запад для офспека ролл 100. Для нужной мне шмотки ролл 4. Как, блядь, играть? Вот, объясните. Так, шаман, у него, у него это, у мага, кажись, в Sony 10 проходки. Так все проходки брали же вроде, нет? Но он не с умой. У него либо КД, либо, да, либо проходки с десятки. Я не буду разбираться туда. Сейчас найдем. Петю возьму. Петю? Я уже нашел. Нашел? А Ханта еще. О, Бобиш, знакомый мне. Да, куда-то с ним ходить. Все, давайте, рыбку стал. Ура, рыба. Женя после вайпа, ой, рейда, короче, станешь на фоне у меня? Наверное. Фотку сделать, фотку хочу сделать. Я после рейда собирался на руку. Там минуты. Просто на фоне станешь у меня и все. Дайте СС под танком. И потом антифир кините перед третьей фазой. По кому? По двум танкам. У нас два танка. Вот. Ладыка. Чейка и этот квадрат будет большой, как он вас брать. Квадрат дам, не давайте ему. А, уже есть. Обновите каску. Каску такое обновите, пожалуйста. И помогу, могу. По ханкам нет каски. По паладинам нет каски до сих пор. По локам, по шаману и по локам нужна каска. А чё за фигня? Он дает каску и ВБ, а другим не далось. Дайте по... обновите каску, там 5 минут осталось. По всем каске обновите. У меня вообще один клок. По магу нужна каска. У меня каски нету, клок. Это кто будет? Клок Шарк. Ну чё? Дайте магу каску любую, не замеску. Танку, дай ему каску, зачем ты ему купишь? Все, вот, заебись. Перчи его. На полу и все в печеньку. Лапу дай. 3-4 минуты. Подаем пол. Подожди, а печенька ты не встала еще на полу? Ставь. Во. Так, интересный подход. А я уже так как-то ходил, блядь, ставили. Ну, нормально. А нормально, да. Чё, ты бегаешь, полезно. Ты шаманов раскидал попасть? Да, в нашем есть эко. Танковская есть Юргул, Юргул тотем 3 тут поставишь. 2 ДЦ, но не было варианта. Брать и задерживать твои тоже не хотелось. Будете арбузить урон. ДЦ, короче, ты 4-5 группа, остальные ВБ. А, сори, я не знал. У тебя холи спек был? А, в ШП. Там побольше хилов. А, нет. Ну, короче, ладно, это моя ошибка была, надо было не брать. Геру дайте. Геру. Маленьких на кружок. Больших на квадратном поле.
Что-то их больше стало, не? Не, да, не, это 25-ка просто. Наверное, большой вышел. Бейте большой. Ну, я тебе верду. Нехуй стоять, подъебало. Ну да, было видно нормально. Ну похуй, что я его еще не развернул и бить. Да он варом был просто это. Второй выходит. Не лови его сразу. Ты этот лапку дал. У нас шаман был? Бля, а он перед ебалом был. Нет, я за хвостом был. Там надо подальше отходить. Видишь, он... Дыхание через 3 секунды. Куда? Отойдите от... Да. Смотрите, куда он вашего маму. Отойдите, ну куда вы идете прям под лицо? Баба. Мы бесы. 2%. Пальчику доливаем. Сажаем уже. Двигался у меня элементаль, 2000 урона получил и прожил, а твои бесы с двух сторон. Бесполезный твои бесы. Сколько твоего элементаля хп? 1% 21 000. Все, садится. 21 000. А мы бесов 4, понял, да? И 2к урон не уже? Не знаю, будет ли дамаж это было. Тотем оставьте и руку особенно. Ты не должен умирать. Можешь поставить тотем и не бить. Ты под танков потому что. Я бегу вам помогать. Хе-хе-ха-ха. Здорово, Марик. Здорово. В смысле здорово? Ты же, блядь, тело покинул, что ли? Ну ты не видишь, я его возродил. А-а-а, вот. Я все расширю. Еще антифир, если есть на кружок. Антифир, да. ДЦ закинь второй ДЦ, который добра. На круг. White Frozen мне. Ебать, меня прям под морду закинул. Частицу обновить. 2 было. А, Экона убила. Нет. Я долго бегаю. Не стойте в расщелинах. Очень больно, блядь. Там чуть-чуть осталось. Ханты могут аспект дать, чтобы не так... Так они дали аспект. Да? Аспект и так стоит. Тебя же пока не бьет, ты же быстрее, наоборот, только бегаешь по лицу. Я не знаю, я от хвоста добежал до самой морды и там дыхнуло. Мастерку от огня сдайте, где... Кто огонь вообще держит? Я вообще знал. Огня, окей. Пал умер, позор делал. Пёс с ним. Еще один разок выживите. Там есть лайс баунди, есть какой-то бой. Шам умер. Майс. Какой Шам? Моцарт какой-то? Моцарт. Да, ничего страшного. Ну, вот я и умер. НЕЕ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 Е
О, Женя, я пошел. Кто успеет, прыгай. Стой. Че, прям тут надо? Да, сейчас. Куда я тебя даже не вижу, блядь. Да, надо был друг сделать, и съебать сразу. Сейчас. Где? Тихо.